Андрей из Новосибирска спрашивает, почему я не могу поднять ман сейчас? Мне сейчас ясно, что они хотят. Если мы выходим на действия по объединению с широкими массами и включаем в себя их желания, понимаем, что это Творец сделал специально, чтобы мы исправили их, чтобы они были исправлены с нашей помощью, чтобы Творец насладился от того, что мы делаем, как переходное звено между народами мира и им, и чтобы он насладился от того, что мы создаем связь для него с народом мира, и только мы это можем сделать, потому что мы можем дать место для раскрытия его, и это его наслаждение, и тем самым даем место, чтобы было наслаждение для всех творений, поскольку тем самым раскрывается его желание насладить творение. Если мы все эти вещи выполняем, но насколько мы это понимаем, мы больше действуем, чем понимаем, но затем приходит и понимание. То есть мы делаем несколько раз какую-то вещь и понимаем затем, как это действует, как устроено, как связывается с остальными частями и так далее. Нет более мудрого, чем опытный, как сказано. Потому что нет другой мудрости. Никогда ты не можешь постичь мудрости, когда наука Каббала направляет тебя к мудрости. Это сила, ма, откуда она приходит. И это познается только из действия, только из опыта. И нет ничего другого. Послушай само предложение. Нет более мудрого, чем опытный. То есть не может быть мудрый, но только как следствие опыта из того, что он сделал, когда он проделал большое количество действий и стал мудрым благодаря этому. И поэтому сейчас, когда мы проделаем вещи, мы должны их просто сделать. А объяснение, которое придет, оно каждый раз будет приходить в состояниях, когда мы сможем воспринять его. Есть много вещей, о которых я не рассказываю, потому что не достает, скажем, еще месяца-двух опытов, а затем полугода, может быть, я не знаю. Скорость зависит от вас и от высшей силы. И я здесь ничего не могу сказать. Здесь ваш свободный выбор. Но согласно нашему опыту, который мы получаем вот сейчас практически на местах и также в объединении вместе, с одной стороны, а с другой стороны, также в требовании раскрыть Творца из-за нашего объединения, благодаря тому желанию, которое мы приобрели снаружи, чтобы все было объединено в единое кли, мы тем самым начнем понимать систему, начнем чувствовать ее изнутри, как она работает. И таким образом мы обретем мудрость. Только так. Поэтому тот, кто сидит там, философ, за экраном, перед экраном ничего не делая практически, ничего у него не получится. Поэтому есть много групп в Израиле, которые тут и там изучают Каббалу, неважно там по каким методикам, но если они в конечном счете не действуют на местах, как пишет также Бальсулам, насколько важно действие по распространению, то, что называется рога Машеха и так далее, рабыня, которая наследует госпожу, все эти статьи, почитайте. И если ничего не делают, нет у них правильного понимания, потому что нет более мудрого, чем опытный.